прошлом году саровские волонтеры узнали о том, что в Темников приехали беженцы из Мариуполя. К помощи семье подключились все неравнодушные люди. Когда узнали, что у семьи еще есть две собаки-хаски, акбаровцы взяли их под контроль. После многочисленных перевалочных пунктов и изматывающего переезда четвероногие были в плохом состоянии, а у молодого пса Вилли обнаружили опухоль. Волонтеры оказали собакам медицинскую помощь, вымыли и вычистили у грумеров, собрали им корм и необходимые вещи. Была акция еще... Собирали кинологам вкусняшки для собак, когда узнали, что кинологов тоже мобилизуют. Это было в день кинолога летом, в августе. Вот, потом, уже ближе к зиме, наверное, осенью, поступил клич, что нужно помогать семьям мобилизованных. Ходим гулять с собаками, также дрессируем. Волонтеры Акбара отвозят собак в ветклиники, проводят консультации для семей мобилизованных. Хотя проект «Служба помощи четвероногим» уже подошел к концу, добровольцы продолжают свою работу и адресно помогают горожанам по выгулу питомцев. Акбаровцы поддерживают и приюты, привозят туда еду и убирают помещения. Клуб всегда рад новым волонтерам. Даже разовая помощь – уже большое и нужное дело. Приходите, будем рады. Любую помощь есть помощь. Даже разовая помощь. Там вот один раз помочь уже хорошо. Я просто уже давно достаточно этим занимаюсь, но я горела этим. Давно, давно хотела чем-то таким. Я очень люблю животных, сами вот собачку нашли 6 лет назад. С этого все и началось. Сама Анастасия Белякова стать волонтером мечтала давно, но все никак не могла найти для себя направление работы. А в 2020 году, во время ковида, когда набирали добровольцев в клуб Акбар для помощи с выгулом собак, Анастасия поняла, что это именно то, что нужно, и откликнулась на призыв. Волонтер очень любит животных. Дома у нее живут две собаки, кошка и рыбка. 3 года этим занимаюсь. И не планирую останавливаться. Когда был конкурс, спрашивали тоже, до какой поры собираетесь этим заниматься. Я говорю, как здоровье позволить, до пенсии, если можно. То есть нет такого, что вот все, не хочу больше. Хочу и буду помогать. В дальнейших планах у клуба «Акбар» – встреча с кинологами, которые работали в зоне СВО. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.